Цены на потребительском рынке края за год выросли на 6%. Больший рост наблюдается на отдельные виды овощей. Репчатый лук, свеклу и морковь. Заметно подорожала и гречневая крупа на 12%. Цены на морепродукты, хлебобулочные изделия выросли, но незначительно. Всего на 0,4% подорожало мясо, птица и молочная продукция. А вот сезонное снижение цен наблюдается на свежие помидоры, капусту и огурцы почти на 15%. Яйца подешевели почти на 7%. Незначительно, но снизились цены на сахар, сыр, масло, муку и колбасные изделия. При этом специалисты Красноярскстата замечают, с начала года наблюдается замедление инфляции. При этом снижаются и темпы роста цен как на товары, так и на услуги.